Да, честно говоря, не устали. Слишком холодно было, так что пусть лучше покажет. Слишком дождливое лето в этом году. Пускай чуть-чуть побудет пекло. Жарко очень, на самом деле. Как спасаетесь? Мороженое хаваем, да, водички холодные. То есть более комфортная температура, это пониже, да? Ну, примерно плюс 15, вот это нормально. Я думаю, да, плюс 18 где-то так комфортненько будет. И желательно, чтобы не было от этого солнца. Да нет, в целом нет. Но хорошо было бы искупнуться, конечно. Я бы, честно, дома в квартире с кондиционером просидел. И квас еще какую-нибудь, воду холодную. И все. Ну, на пляж можно тоже выбраться раз в месяц. Потому что пляжи дорогие у нас все-таки. Я устала. Очень сильно. Очень. А как спасаетесь? Вообще вода с лимоном и льдом. Самое лучшее средство. Немножко устали. Чудочек, еще бы кондиционер в машине работал. Было бы прекрасно. А вообще как отдыхаете? Выходим на задний двор, падаем в бассейн и расслабляемся. Вообще клево. Лучше 3 месяца погреться. И это очень хорошо, что в этом году такая замечательная жаркая погода, потому что было очень холодное лето. Все-таки мы живем в Сибири и должны радоваться, получать как больше витамина D. Поэтому жара — это супер. Поэтому радуемся и получаем удовольствие.